ребят, всем хотелось сказать большое спасибо за такое количество комментариев под прошлыми видео. У меня не было пока что возможности посидеть, почитать и ответить всем. Кому-то я так ответил быстро. Какие-то комментарии даже вообще еще не видел. Ну, потом, как выйду на работу, посижу денек и поотвечаю. Закончил качать мед. Теперь осталась основная задача, это продать его. Посмотрим, как пойдут дела у нас здесь. Отводки пока что я еще не делал, не нашел маточников и некогда было. Вот не знаю, если удастся в ближайшие пару дней договориться с кем-то за маточники, то сделаем отводки. А если не удастся, то ничего делать не будем. Посмотрим. Сейчас поедем на пасеку. Короче, планы немного поменялись. Я думал, мне придется скоро на работу идти, через 4 дня. Только что позвонил босс и сказал, что я буду отдыхать еще недели 2. Это просто прекрасно. Я даже не мечтал о таком подарке. Будем надеяться, закончу свою парашютную школу. Сделаю вам тоже видео, как мы там прыгали. Очень весело. И плюс я смогу намного больше сделать работы с пчелами и с медом. Отлично. По пути на пасеку решил заехать на работу к нашему бывшему боссу и поинтересоваться, если есть ли у них лишние маточники, продадут они их мне или нет. Вот у них такая компания. Кстати, у них улица называется Медовые пчелы. Медовые пчелы стрит, то есть Honey Bee Lane. Медовые пчелы стрит. Или Медовые пчелы Line. Вот так вот выглядит наша пасека. Я уже один раз приезжал как-то вечерком, несколько уликов пересадил. Сейчас я пересажу еще штук 8, 9, может 10, я не помню, сколько я привез. Подвез палеты, которые забрал у Тани. И сейчас покашу, почищу все это место. Должно быть намного чище и красивее. И вот так вот сушу иголки в дымарь. Дожди идут каждый день. Капот горячий, иголки сушатся. Ну вот так-то намного лучше смотрится. Я не стал косить все, потому что здесь цветут какие-то растения. И, по-моему, из них получается темный мед. Не самый, конечно, лучший. Но многим людям в том году понравился. И тут видно, что эти растения, некоторые цветочки уже отцвели, некоторые только будут зацветать. Поэтому я не стал косить все. О, кстати, тут кактус растет. Прикольно. Забыл начать записывать видео сначала. Сейчас хочу переместить все улья с маленьких палет на большие. И дальше они у нас будут стоять на этих палетах постоянно. Как бы не бойтесь перемещать улики немножечко с места на место. Как правило, пчелы находят свои дома. На работе мы постоянно перемещали пчел, никаких проблем не было. Примерно так вышло. Через какое-то время этот улей я тоже разверну, и он будет смотреть в эту сторону вперед. Пойду пересаживать дальше. Пересаживать будем на 3 рамки вощины и 2 рамки суши после меда.
наши отводки очень легкие в это время года, поэтому придется подкормить. Ну вот видите, вот эта рамка не была смазана воском изначально, поэтому они даже ее не тронули. То есть на ней есть воск, но только заводской, очень маленький слой. Расплод, яйца. Матку искать не обязательно. Хотя вот она. То есть ничего сложного в этом нету. Я буду дальше работать, как обычно, без камеры. Занимает очень много времени возня с камерой. Одну рамку можно поставить посередине между расплодом. Как вы видите, в рамках меда практически нету. Несмотря на то, что они стояли здесь больше одного месяца и был самый основной взяток. То есть это значит, что пчелы израсходовали весь мед на выкармливание пчел и отстройку вощины. Нужно было подкормить давно уже, но мне, как обычно, некогда. Вот он, ребят, еще один такой из довольно-таки сильных ульев. Если бы я его пересадил бы недели две раньше, то он бы уже полностью сидел на 10 рамках. Такой семейке можно поставить все две рамки суши прямо между расплодом. Пусть работают. Кстати, я вам так и не рассказал. Остановился я у пасечника, у своего бывшего босса. Договорился купить 30 маточников. И надеюсь, завтра, послезавтра начну делать отводки. Постараюсь вам тоже все подробно показать, как вы просили. Ну, там ничего сложного нету. Посмотрим, что получится. Все, готово. Блин, крыша на 0,5 сантиметра меньше, чем улей. Пойду дальше пересаживать без камеры. Занимает кучу времени возиться с камерой постоянно. Покажу, что у нас получилось в конце. Вот что я здесь нашел. Тоже еще одна трутовка. Сейчас я вам покажу. Видно, да, что это все трутни. И в таком случае, из-за того, что у них отсутствует матка, пчелы перестают защищать семью. И наши африканские жучки начинают кругом откладывать яйца. И понеслись такие вот червячки. Начинается это все сначала с пыльцы или с расплода. Этот улей мы струсим, все остальные пчелы залетят в соседний нуклеус. Таким образом мы его немножко подсилим. Начнем нашу кормежку. Будем подкармливать по полбаночки примерно.
Кому-то достанется больше, кому-то меньше. Ничего страшного. Всего лишь одну дырку пока мисс использую в крышке. Если вы наливаете не полную банку, через одну дырку все вытекет довольно-таки быстро, а через две уж слишком быстро. Ну, в общем, уже почти стемнело. Я ходил, косил траву еще на другой стороне, там, где основная пасека стоит. Вот так вот формируется наша коммерческая пасека. Посмотрим, что будет дальше. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.